Ульяновской области наградили лучших молодых педагогов. Губернатор Сергей Морозов принял участие в церемонии закрытия регионального этапа конкурса «Педагогический дебют 2018». Она состоялась в средней школе номер 2 рабочего поселка Новоспасское. Конкурс «Педагогический дебют» проводится на областном уровне в 9-й раз. Он позволяет выявить талантливых молодых учителей, их инновационные методические разработки. Вы, наверное, уже хорошо знаете о том, что этот конкурс, традиционно проходящий в нашем регионе, позволяет нам наглядно демонстрировать фундаментальный принцип. Успешным может быть только обучающийся регион или обучающийся человек. Образование через всю жизнь – это главное, что нас всех, людей успешных, если мы хотим быть успешными, должно сопровождать. У нас выстроена целостная система непрерывного образования, и очень важно, что такая система прекрасно работает, и прекрасно работает именно в педагогическом сообществе. А конкурсы, подобные вашему, позволяют молодым педагогам чувствовать себя частью большого профессионального сообщества, позволяют раскрывать свой творческий потенциал, позволяют вам, проходя через этот конкурс, формировать более активную гражданскую позицию. На данный момент в образовательных организациях работают 3500 молодых специалистов, и среди них в сельской местности 2317 человек. Отмечу, что в этом году число молодых специалистов существенно увеличилось. В 2018 году прибыло 427 молодых специалистов. И это не может нас не радовать. В этом году конкурсные испытания преодолевали 38 участников в трех номинациях – молодые учителя, молодые педагоги, молодые управленцы. Победителем конкурса в номинации «Молодые учителя» стал преподаватель истории и обществознания Боратаевской средней школы регионального центра Рафис Алеев. В номинации «Молодые управленцы» высокий результат показала заведующая детским садом номер 16 «Колобок» Ульяновска Ирина Селина. Лучшие в номинации «Молодые педагоги» стали педагог дополнительного образования Ульяновского центра детского творчества номер 2 Динара Миндеева и педагог-психолог детского сада номер 49 Димитровграда Екатерина Иванова. Им были вручены сертификаты в размере 50 тысяч рублей. Победители представят Ульяновскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Москве весной 2019 года. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать слова благодарности прежде всего организаторам этого прекрасного конкурса, своей группе поддержки. Также хотелось бы сказать слова благодарности правительству Ульяновской области и губернатору Ульяновской области Сергею Ивановичу за то, что в нашей Ульяновской области есть возможность реализовать свой педагогический и творческий потенциал. Также хочется сказать, что учитель – это по-прежнему герой нашего времени. Спасибо большое. Thank you.